asshole, let's talk about. Разом нас багато, нас не подолати. Фальсификация, ні, понятия, ні, ні брехні, Ющенко так. Встретил кореша, он первый день в Лос-Анджелесе. Попросил, чтобы я ему показал, что здесь да как. Показываю. Ты кто, как тебя зовут? Вот так и вот так. Тебя как зовут? Меня? Да. Макс. Игорь. Игорек, здорово. Очень приятно. Как сам? Чего только прилетел? С Казани. Откуда? С Казани? С Казани. С Казантипа, знаешь, что сожгли вчера? Что сожгли? Казантип. Кстати, можешь передать привет кому угодно. Привет Казантипу. Не-не, давай так, давай серьезно. Вот сейчас соберись и передай кому-то привет. Привет Казантип. Не, ну давай там родственникам или друзьям. Не, ну потом тебе привет. Как тебя зовут, там я забыл? Макс. Давай Максу привет передай. Макс, привет, привет. Так давай театрально, ты так типа идешь прямо, а потом поворачиваешься сюда, в экран. Макс, тебе привет. Ужас. Спасибо. Короче, в Лос-Анджелесе реально тупо нет нормальных крутых тачек. Вот сколько бы я здесь ни ходил, одни какие-то Хонды, минивены, вообще ни одной нормальной машины. Ну, вот я просто люблю ретро-кары. У меня у самого машина 58-го года. Нихуя не видно, что ты снимаешь. Очень интересный тип, известный шнырь киевский. Шнырёчек. В двух словах, единственный человек в Лос-Анджелесе, у которого навигатор говорит на русском языке. Причем говорит, через 300 ярдов поверните направо. Сейчас держитесь левее, а затем держитесь левее. Вот, видите? Охуенно. Короче, едем в Мерседесе за 750 тысяч долларов. Я говорю, как можно было в бежевый салон, причем что машина белого цвета, подождите. Белого. Какого белого цвета машина? Салон какой бежевый? Втулить черные ремни. А хозяин говорит... Я даже не обратил на это внимания, когда покупал ее. И добавляет, не нравится, выходи. Черные ремни. Были в каком-то непонятном баре. Едем висеть к бомжам теперь. На очень унылом выпили по два бокала сока. Бармен пытался мне какой-то мыльный коктейль сделать. Типа вообще такую гадость. Именно просто мы заказали orange juice. Оставили на чай. Да, оставили на чай больше, чем стоит сок. И бармен у нас спросил, ребят, с вами все нормально? Типа, вы вообще как в пятницу вечером пришли в бар пить пьете сок? И сейчас вот мы по даунтауну колесим, хотим найти бомжей. И накормить их, либо... Протеиновым уколом. Отхерячить их шлангом каким-то, да? Ну, именно сказать, чувак, дадим тебе там 5 долларов. Мы тебя, смотри, стопорнули было. А, нет. Тоби Йонс было. Что? Мы тупо на таком Need for Speed едем сейчас. Во, как вот этот парень на Need for Speed. Смотри именно. Я смотрю, какое здание охуенно высокое. Ты в Нью-Йорке был? Нет. Ладно. Сука, где-то едут копы, стреляют кого-то. Тут вообще именно такой GTA происходит, что постоянно. Кстати, я бы где-то кофейка бы выпил. Есть какие-то такие ночные, типа? Ну, не знаю, где-то должен, наверное, Starbucks какой-то быть, наверное, холодно. Забей вилка. Я профессиональный елпер. Интересно, а можно ночью орать соком в машине? Эй! Ты пидорас! Куда прешь? Черножопый! Сейчас вот самое оно было бы в ДТП попасть. Причем вот просто мега круто было бы, чтобы у тебя не сработали подушки безопасности. Ты вон носом в руль. Дядя тупо на кабриолете, минус 50 едет. Без печали вообще.
Well, guys, today we speak only English, because my friend Timo make American veto on Russian language for today. He got some problem when I point the camera on his face. He's like, yeah, stupid Hawking. I become you. My name is Stephen Hawking. So I want to show you my first check in LA. It's like money, cash money. Oh, here is the Walt Disney Studio. Today it's maybe tomorrow, but today. Starbucks is official sponsor of... what's the amount of the check? It's like $1,600 for my... in English, gigolo will be gigolo or bigolo. Either way is good. Yeah, so... my second job. They call me Stacy. That's not my name. They call me Jane. That's not my name. I can't walk because I got problem with my foot. So maybe you have some check which you need to... What are you looking at? Oh yeah, I have a check. You have a check. I need to put check in bank as well because I have it from the past year. Interesting. Bucks. Okay. Tim live in the Burbank. I used to live here. Okay, he stay for a while in Burbank. And in Burbank there are all movie studios. All the famous movie studios in Hollywood. All the movie studios. All? Almost all of them. Like Studio City, it's Universal Studio. I mean, what the fuck is that? Where is the road? And? And. What and? The end. Короче, за последние 5-6 дней я понял, что Соединенные Штаты просто больная страна. В частности, Калифорния. Здесь абсолютно каждый второй человек играет в игру Pokemon Go. Слава богу, что мой Apple Store запрещает мне установить эту игру, потому что у меня украинский магазин, а игра сейчас доступна только в российском магазине. Ой, в российском. Оговорочка. В американском магазине. И почему-то я не могу ее установить, то есть мне надо создать новый Apple ID, зарегистрировать его на американскую карточку, ну короче, куча мороки. Факт в том, что каждый второй больной человек в этом городе играет в Pokemon Go. И вот мой друг Тима, вот он не исключение. Он только сегодня с утра установил эту игру и уже пару часов ходит по городу, ездит по городу, он пытается поймать покемонов. Вот смотрите на него. Нет, покемонов всех словил. Всех словил, говорит. Короче, я не знаю, что творится, но ты идешь по улице, люди с телефонами ловят покемонов. Ты едешь на машине, люди на тротуарах, люди в машинах ловят покемонов. Ты слушаешь радио, все говорят, о, Pokemon Go, catch new Pokemon, и все в этом роде. Это просто больная какая-то игра. Слава богу, что я в нее не играю. Там, где покемоны. Короче, абсолютно все
играют в покемонов. Тупо вот все, все вокруг, все. Даже вот этот тип играет в покемонов. Все помешались на этом. Ты едешь, и по радио говорят Pokemon Go, Pokemon Go, Pokemon Go. Вот Виталик, мой знакомый. Вот. Игорь. Игорек, точно, да. Все наповал ловят гребаных покемонов. Да ты сам, блядь, ловишь покемонов, что ты пиздишь то? Я это вырежу. Мы просто сидим, мы молчим просто на пляжике. Молчим, тут такие все. Покажи им кьют. Тима, играем в покемон? Давай. О боже мой! Я батл левел, я теперь могу ходить на подъезд такие места, где батл. Там собираются эти покемоны. И начинают их рубиться. Хотел бы, чтобы я на клавишу? Лос-Анджелес? Я его давно не видел. Мы заспущены. А ты с ним тусил? В Киеве? Было? Что, серьезно? Он с Ростова приплыл? Конечно. Прикольно. Здесь вот недалеко? Давите? И мы сидим на Венес Бич, ждем заката и слушаем Тимины байки про политику. Он говорит, что это он, Хиллари Клинтон, проталкивает политику, прикиньте. Тим, что там по Хиллари? Я долго думал над тем, чего мне не хватает в жизни с моей ногой. И взял в аренду байк. Мы с ребятами решили прокатиться до заката на байках. Видите, мы три наркомана катаемся. Яна только что упала, я не успел это заснять. Почему ты заснял мое падение? Я не знаю, я не был готов. Я не был готов к твоему падению. Но, кстати, Яну подрезал какой-то мужик, и мы могли его засудить. А он говорит, посмотрите на прическу этого парня, блондина, а потом судитесь с ним. Я говорю, ладно. Без рук! Смотрите, без рук! Смотрите! Хоп! Хоп! Эй! Лай-ла-лей! По-моему, это мой день. Сбылась моя мечта, я еду на каталке. Я думал, она быстрее, но нет. Я выехал на бездорожье. Это круто.
город пожелаете? Пару дней назад у меня была какая-то очень жесткая аллергия. Врач сказал, что это из-за воды, либо из-за шампуня. Ну, короче, я прям все очень плохо чувствовал. Сейчас я нахожусь в Сити Волк, в известнейшем месте, где снимается очень много молодежных фильмов, сериалов. Это часть Universal Studio. Погодите, я ловлю покемона на втором телефоне. Я решил здесь прогуляться, потому что через пару дней я отправляюсь назад в Нью-Йорк. Поддерживаю филиппинцев или китайцев, сейчас данных. Скорее всего, филиппинцы. Через два дня я срочно лечу в Нью-Йорк. Мне надо решить кое-какие дела там. Еще мне сегодня сказали, чтобы я не кривлялся. Я очень буду стараться не кривляться, типа... Вот так вот не делать. Ни разу не купался в океане. Я, наверное, уже вас задолбал этой фразой, что ни разу не купался в океане. О, нытик. Но факт остается фактом. У меня была травмирована нога, и врач запретил ее опускать в холод. Я опять приехал на Санта-Монику и действительно чувствую себя как ежик в тумане, потому что все затянуто пеленой. Когда я выезжал из дома, начали гореть холмы. Они начали гореть еще вчера вечером, как я понимаю. И все небо выглядит примерно точно так же, как здесь. Там, возле моего дома, это пепел, который оседает на легких, на машинах, на окнах, везде. А здесь туман. Вообще ничего не видно дальше побережья. Очень прикольно. И очень жарко. Я на пляже в Санта-Монике. Как вы видите, погода здесь ужасная. Я не знаю, видно ли меня, видно ли океан, но я сейчас впервые в своей жизни окунусь в океан. Я счастливый человек. Я потерял свою океанскую девственность. Прикольное у меня ухо. Да, добрый день. Я вас слышу хорошо. Ха-ха-ха.